теперь смотрите, я показываю королевские. Это фотографии еще тех. Вот. Я пока два. А вот сейчас, последние годы, ну, я еще ленив, извините за выражение. Вот последние годы у меня королевские абрикосы, а я их еще не перенес. Их надо бы специально. Почему? Потому что они больно, ну, то есть еще больше украсить эту, как ее называется, каталог. Сейчас вам покажу несколько королевских. В этом году они были мелкие, 50-60 грамм, стыдно. Даже стыдно было. Вот смотрите. Вот он большой, 60 грамм. Всего лишь. А на фотографии он огромный. А вот когда были 100-граммовые, ну как годом раньше, сейчас. Годом раньше урожаи были тоже большие, но не эти дикие, невероятные. 21-й год. Сейчас я вам покажу королевский абрикос. Сейчас я вам покажу. И вы успокойтесь только тогда, когда валидол попьет и после того, когда выйдет фильм. Ладно? Хорошо? Сейчас. Если бы вы знали, как они меняются. Боже ты мой. Боже ты мой. На самом деле фотографии были еще раньше. Сейчас они примерно вот так выглядят. Ну, для кого-то это считается невозможно, а для меня это норма. Вот она норма. Эти 80 грамм. А у меня есть на фотографии весы 100-граммовые. Ну, представьте себе, что они еще крупнее. И валидол еще один таблетку под язык. Так, давайте следующий. Несколько. Сын маньчжурцы, там от одного до пяти, по-моему. Они все разные. Вот меня заинтересовал, конечно, это первый, второй, пятый. А А еще и сразу что? скажу, у вас они не повторят качество 100%. Вот. Ага. Рассказываю почему. Сейчас я найду. Я никогда не морочу голову, у меня есть для этого очень важная причина. Вот. Я не могу, мне нет смысла обманывать, знаете почему? Потому что действительность еще ярче, еще краше. Вот. Что бы я ни сказал, на самом деле они еще лучше. Сейчас я найду. Так, Жердель тоже особый случай. Вот. Для начала абрикос манжурский гибридный, вот он. На одной фотографии видите ветку, обычную ветку для него. Вот тот год было 30 ведер, но это было лет 15 назад. Первый супер урожай, а второй супер урожай 40 ведер. Это было в этом году. И фотографий много, доказательств много. Итак, крупный план с линейкой, желтая. Потом они начали краснеть. То ли от стыда, понятно, уже Амур, то ли от стыда за эти связи. Но начали краснеть на последних фотографиях. И вот пошли сеянцы. Вот сейчас я один показываю, второй. Полусъедобный кисловатый, хоть и красивый. Третий полусъедобный кисловатый, четвертый полусъедобный кисловатый. Вот. А этот красавец невероятный, вот, который под номером 4 идет, так? Он невероятной красоты. И многие купились. Эту фотографию украли полсотни уже этих плодопитомников. Ну, чтобы показать, что якобы они в них есть. Фотография роскошная, хотя он мелкий. Но дело в том, что годом раньше он был желтый, и на следующий год он опять желтый. А его выбрал, ну как же вот такую красу, конечно, вы скажете мне номер 4. А он какой будет, не знаем. Кто отец, не знаем. Королевский это одно, а если будет этот самый, опять же, манжурец или другой сын, то они будут меньше и гораздо это. Ну и, наконец, смотрите. Вот. Сейчас я показываю еще. Вот и номер 4, внимание, и номер 5. И вот номер 5 сладкий, чисто сладкий. И цвет у него чисто желтый. И вот смотрите, что получается. Мне не надо обманывать, мне не надо стыдиться. Когда я говорю, не знаю, вот этот красавец, красный красавец невероятный, он вам даст, может, плоды несъедобные, а может, съедобные. А этот, что это, на следующий год он был вкусный, но уже не такой вкусный, как тот год, когда фотографии. Так это еще ладно. Они уже устоявшиеся. А представляете, из семян что будет? Кругом отцы, отцы, отцы. Кто травил? Кто опылил? Мы не знаем. Вот. Я тогда взял, еще показываю. Видите как? Вот. А почему? Смотрите внимательно.
Абрикосы на дружном 5. Видели? Абрикосы на... Почему? Сказать почему? Потому что кто его просил на следующий год стать чуть-чуть таким же вкусным, ну, чуть-чуть кислинки добавилось. Вот. И взял, кто его испортил? Или это, да, у него было заложено в генной памяти. Потом увидите, вам, конечно, я понимаю, вы сидите, подакиваете, ничего не видите, эту красоту. Ну, все, что... Примерно помню фотографии, я и смотрела у вас в каталоге. Вот. Вот такие дела. Что будем делать? Принцип один. Бери больше, кидай, в смысле, сади больше. Серафим. Так, абрикосы закончились. Давайте вернемся к Серафиму. Он тоже непредсказуемый оказался. Почему? Потому что он тоже из породы испорченных. Сейчас я найду его. Вот он, смотрите. Начиналось с красного Серафима. Вот это дерево. И это очень популярная фотография. Еще полсотни плодопитомников присвоили ее, а люди будут думать, что у них такие будут и урожаи, и плоды такие. Вот. Так вот сейчас он уже красно-желтый, уже желтизны больше. Не устоял. А уж с косточек что будет, и сам не знаю, и вам не скажу. Вот. Ах. Ладно, хорошо. Ну что, хватит про абрикосы. Сало как сало, ты что его? Ну, в принципе, вот те, которые вы мне проговорили, то этого, значит, их я могу все взять. Раз, два, три, четыре, где-то 5 сортов разных. Расфасовка по 10 штук. Теперь так, вы не в курсе, женщинам до 8 марта это скидка 20%. А вы, Обалдеть. женщина, насколько я понял, Евгения. Надо же, как мне повезло. Да, поэтому это. Хорошо, спасибо большое. Это очень-очень существенно. А давайте теперь перейдем, ну, например, к сливам. Лучшая коллекция себе, правда, у Тоторова. Но я второе место по Сибири держу. Это тоже, я бы сказал, что это моя гордость. Вот. Ну, я специально сливами не занимался. Так, персики. А вот сливы пошли. Значит, у меня целый класс слив под названием Дальневосточная Минусин. А нет, не так. Дальневосточная Уссурийская китайский. Начинают желтые на фотографии. Они самые сладкие. Никогда никто их нигде не привал, я не привал. Вот. Вот она желтая, вот она красная. Да, Называется, да, да? да, да. Она самая сладкая из моих. А что вы тут с косточек? Ну, вы понимаете, кто не привал. И вы, допустим, десяток купили, а у меня же способка по 10. И вот. Я же не говорю 3, 8, 5. Нет. 10 или 0. И вот получается, что десяток, если дойдет до плодоношения, скорость у них хорошая, если вовремя. А я в этом январе их зафиксировал. И вы получите пескет. Вот. И, допустим, из 10 зашло идеал 10, да. Они будут немножко разные. Я вот фильм был, тут только сейчас у меня был, да. Вот, я показывал красно-розовую. А это гибридная, она сама такая выросла, и никто не просил. Рядом были красная, желтая, синяя. Выросла красно-розовая. Ее право. Вот один из Ну, даже примеров. Чуть ниже. интереснее. Так это у вас такие сами получится. Кто кого опылил, нам неведомо. Я за ними не следил. Дальше мне еще понравилась слива китайка желто-розовая. Так я про них и говорил. А Сейчас. вот уссурийская желтая, она и другая? Другая. А, ну вот Так. вы про них говорили, что вот эта китайка рядом сидела, да? Да, Или она больше? погодите, а где желто-розовая? Я не ставил, я не ставил. Елки-палки. А почему у Это меня вот этот? слива Сам уссурийская, рекламирую, сам сегодня в фильме в отдельном ее расхваливал. Ё-моё, а ее тут нету. Так, увидите, вот на как придется. фотографиях она прямо такая желто-розовая. Да, она такая есть. Я даже могу найти, если хотите. Вот. Там дети А, ну вы ее подходят. видели. Давайте не во время терять. У меня есть такое дело, вы смотрите, 25 минут. Идет запись, а на 29, 10, на 30 остановится все. Поэтому нам надо заканчивать разговор. Все, давайте дальше. Тогда счастливая венгерка будет. Давайте.
Давайте, давайте, давайте. У меня параллельно снимает этот фильм еще и компьютер, но там звук хуже, и уже не раз портилось. Так, сувенир Востока, Королева Сада. Вот, сувенир Востока, сувенир... Видите, как они меняются, ё-моё. Вот. Хотя привитые. А, вы желто-розовые. Вот. Значит, еще раз, какой венгерка сказали? А, богатырская. Да ё-моё, куда ты делась? Это что за это, синяя фиолетовая китайка? Позорюсь перед вами. Она, по-моему, была вверху, а вы, вот, которую я Да, смотрела, потому что у меня два она... каталога. Вы смотрели, наверное, на сайте, а я взял это. Ну, короче, венгерка богатырская. Ой, все. Вот почему нету. Вспомнил, у меня память плохая. Убрал я ее, нету, правда. А, ее нет. Нет, нет. Все, хорошо, нет. Ладно, дальше. Груша. Давайте. Груша. Нарядная Ефимова, груша. Нарядная Дальше. Ефимова есть. Раз. Дальше. Ага, сорок. Сейчас доберусь, погодите. Уссурийская, это только на подвой. Ранецкая, Дичевшая. Нарядная Ефимова, груша. Груша Лада. Воронежская. Да, там была космическая, по-моему, или Да. нет? Вот А, она, или... космическая, очень вкусная, очень. Так, сварок у меня есть. Я не Вот буду она там искать, была. просто поверьте, что сварок у меня есть. Так, ну что, время заканчивается. Осталась 1 минута. Да, тут же это. Надо просто не гадать, а просто заказывать, а потом что вырастет, то вырастет. Ведь у меня же туфты нет. Я говорю, сварок на подвой. Да, она как привитая, он очень вкусный, но не привитый, он будет невкусный, если семечко. А на подвой, вот. Нарядная Ефимова. Нарядная Ефимова. Ну, я бы ее не стал бы ждать ее по отношению. Вот. Она, конечно, не подвой. Но если вы готовы 5-8 лет ждать, тогда заказывайте. Уж больно Тогда вы хороша. посоветуйте мне какую-нибудь, чтобы Чтобы что? помните, Берите когда. только на подвой. Все, потом прививайте, если хотите иметь роскошный груш. На эти красивые фотографии не рассчитывайте. Вот, потому что семечко свойство повторить им еще сложнее, чем даже яблоня. Не, ну, пожалуйста, пожалуйста, давайте так, мы заканчиваем разговор, потому что я есть... Вот сейчас он сам отключится, запись, так? Давайте все, что закажете, то закажете. На список давайте на почту. Напомните, что я обещал скидку сделать 20%. Вот. Ага. Хотела спросить, хотела прививочную Так, ленты уже нет, запись прекратилась на этом, на моем, как это называется, на камере запись прекратилась, так? Алло, алло. Алло, вы сами отключились, но у меня продолжается съемка, так что можно еще поговорить. Лента осталась, одну штучку могу еще. Пожалуйста, со скидкой получается 3000. Они не так дешевые, 300 рублей. А получается еще и скидка, получается очень выгодно брать. Напишите с 1 по 13. И вы это готовые
пять курсов, если брать настоящего обучения для любой академии, института, университета. Вместо той дерьма, чего их учат. Абсолютно ненужное и это. И потом оттуда выходят люди с пустыми дипломами. Разницы нет, диплом в переходе метро купить или диплом закончив Тимирязевку. Никакой разницы. Все. Еще, Валерий Константинович, Персик Хасанский закончился? Да. Жаль, очень-очень жаль. Ну что, тогда я вам список отправлю на почту. Спасибо вам большое. И вот один последний самый вопрос. Недавно я совсем увидела вас буквально на просторах интернета, совсем недавно познакомилась с вашим садом. Очень-очень кратко, очень мало. И я не поняла один момент. То есть, если я в этом году посажу, то в этом году у меня вырастут подвои, и я могу уже привязать или нет? Да, абрикосы, как правило, год хватает. Груши не все за год, бывает 2 года надо. Вот, они более коренастые и медленнее растут. Я имею в виду уссурийские груши. Вот, как на подвое. Яблони бывает за год, бывает за два. Много зависит от вашей конкретной почвы. Засушливое ли лето, как часто поливаете и так далее. На почту свой заказ. Спасибо вам большое за скидку и за консультацию. А главное, не бойтесь ничего. Главное, ничего не бойтесь. Нет, не буду бояться. Те, которые... Секунду, я не все рассказал. Вот придет весна, которая проклюнется сразу на постоянное место, если вы хотите. Если их сильно много... Ну, какие-то потом продадите, подарите. Но лучшие из лучших остаются навсегда. Неважно, метр между ними, 2, 3, пусть будет хаотично, кажется. Пусть будет тут на одном ряду яблони, на другом абрикосы. Они друг другу помогают. Они защищают друг друга. А летит тля. У меня на абрикосах тли не бывает вообще. Летит тля, облетела яблоню, абрикос тогда с перепуга облетела и мимо яблони проскочила и так далее. У меня почему я никогда не вообще не опрыскиваю? Да по этой причине. Смешанный сад, сам себя охраняет. Ну да, я по видео видела, что у вас смешанный сад и очень близко густая такая посадка. И такое... Я не нарочно, я оставлял. Мне не купили, я оставил. Получилось 2 метра между деревьями, 1,5-5 метров. Как есть, так есть. Ну что мне от этого? Деревья, правда, абрикосы вырастают до 6-8 метров, до 9. Они глушат яблони. Ну, тут уж приходилось пилу брать. Глушат, а яблони отстают. Они на корневых отводках. Вот. А значит, отстают в росте. А это уже конкуренция. Я никогда не верил в эти сказки про содружество растений. Дикие придумали идиотские сказки. Хотя все, там только конкуренция. Вот. Только борьба за солнце. Точка. Ладно, спасибо за добрые слова. Ладно, у нас получился довольно длинный фильм, скорее всего, 2 фильма. Или вы молча, если вы на моем канале садоводства по Железову бываете, вы увидите автоматом, просто увидите, когда он выйдет. 2 фильма выйдет подряд, 2 серии. Или вы не можете так увидеть. Через 2 дня, Константинович, пришлите мне ссылки, я пришлю то, о чем мы говорили, зато вы видите с фотографиями, это гораздо приятнее. Но не забудьте про Валидол. Я подписана на ваш канал, садоводство по Железову. А, ну все, тогда ладно. Тогда ладно. Спасибо вам за ваши труды большое. А вам за добрые слова. До свидания. До свидания, всего доброго. Спасибо. Всего доброго.